Доброго времени суток, друзья. Мы продолжаем проект X. Я очень дико извиняюсь, что почти 2 дня не было видео, потому что у меня были дела. То, что конец отпуска, все дела, мне завтра на работу. В общем, я сразу же подобрал нам соперника на сегодня не слишком сильного, чтобы попытаться набрать очки, хоть какие-нибудь. И давайте посмотрим, что же нам по камням подарит наш любимый финский рандом. Так. У нас есть шанс зарядить Гензеля. Давайте попробуем им воспользоваться. В принципе, 9 камней ему должно хватить. А потом мы будем пробивать уже магни по центру. Ну, совершенно не страшась, что он нам что-то сделает. Давайте, наверное, зарядим Лиану, чтобы магний не ударил и защиту не дал. Гензель готов. Ну и заряжаем магни. Теперь шакальчик. Так. Пока Лиана, наверное, никого не вынесла. Сделаем, наверное, вот так вот. Потому что у нас шакал уже при смерти. Я как-то даже, наверное, провафлил момент. То, что у нас нет хилов, я совершенно об этом забыл. И сейчас будет минус один. Мерлина мы лишаемся. Угу. Надо побеждать. Как-то нужно побеждать. Так, шакала только не бей. А вот что-то все плохо идет. Прям, ну вообще плохо. Сейчас, если еще царь зарядится, и они... Блин, так, что делать? Так, значит, в царя мы запускаем Гензеля. Это все хорошо. Убиваем Лиану. Иначе она может проблем еще доставить. Нам бы и Зарнию зарядить, конечно. Но я боюсь, что это может плохо сказаться. Давайте вот так ударим, я не знаю. Попробуем еще раз зарядить Гензеля. Конечно же, у нас это не получится. Так. Думай, Андрей, есть синие. Если сейчас... Так, ну Регард сейчас отхилит. И нам нужно... Блин, а заблокировать-то уже неким. Вот это поворот. Делаем, значит, вот так вот. Надеемся на комбо. Софт-атаки нас просто затыкали. Насмерть. У-ху-ху. Ну тут уже сложно что сделать. Я думаю, нас сейчас с 3 ударов убьет царь. По сути, ну баф царя. Фиолетовый только чуть-чуть. Сейчас еще Регард снова отхилит. Так, и Зарню не трогайте. Отлично, мимо. Добиваем Соню, я надеюсь, хватит. Да. И надеемся, что тычками нас Регард не убьет. Ага. Прикольно. Так. Надо вытаскивать бой. Главное, чтобы нас не попадали. Конечно. По 500. Очень редко царь такой буст в обороне дает. В общем, это 0 очков в проект. И у нас минус Мерлин. Завтра с утра в группе ВКонтакте выйдет голосование, в котором вы будете принимать участие и определите, кто из оставшихся моих героев в команде примет участие в следующем бою вместо Мерлина. А на сегодня у меня все. Дальше интереснее. И всем пока.